Всем привет! Кирпичный дом. Это Крымск. Вся развитая инфраструктура находится на улице Кирова. Крыша шифер. Сейчас покажу участок. Коммуникации центральные, вода центральная. Также есть летняя кухня. А летняя кухня, она отапливаемая. Стоит котел. Сейчас посмотрим. Мы не посмотрим, сейчас откроют. Так, покажу сначала участок вам. Участок получается до сетки. Вот видим, сетка рабицы. На участке растет орех. Летний туалет. Тут такая ветхая хозпостройка. Соседние дома кирпичные. Окна видим пластик. Крыша шифер, шифер нормальный, коньки, система водоотлива. Фундамент видим высокий. А здесь асфальт. А газовый счетчик вот он. Так, сейчас покажу придомовую территорию. И нам как раз откроют летнюю кухню. Я вам покажу летнюю кухню. Также здесь есть виноград. А можете летнюю кухню открыть? Ну, там котел, наверное, расположен. Да. Так, покажу придомовую территорию. Здесь вот деревья придомовой территории. Также ледневки, вода уходит. Здесь вот глубокая ледневка. Дождь пройдет, вода вся уходит. То есть во двор ничего не попадает. Забор металлический. Со стороны улицы здесь окна деревянные. То есть со стороны участка пластиковые, а здесь окна деревянные. Раз, два, три, четыре. Четыре окна деревянные. Здесь розы в палисаднике. Так, сейчас в летнюю кухню зайдем. Фундамент высокий. Здесь сделан забор. Забор с лентой, видим, забетонировано. Так, заходим в летнюю кухню. Дверь деревянная. Пол бетон. Здесь можно полочки что-то складывать. Так, здесь видим подвод воды. Также счетчик. Котел обогревает и летнюю кухню, и дом. Видим газ, газ-плита. Здесь можно варить. Здесь, когда пока доустроился, хозяева тут живут. Так, здесь санузел, видим ванна, но ее не установили. Можно ванну установить, умывальник и унитаз. Также вот электричество, розетки. Сейчас посмотрим дом. Здесь видим окна пластиковые, а со стороны улицы получается деревянные. Ну, сейчас на данный момент одно окно стоит 10 тысяч. То есть, если 4 окна, это будет 40 тысяч вложений. Ну, если, конечно, самому устанавливать окна. Заходим в дом. Перед домом здесь навесик небольшой. Это даже не дом, это как веранда. Навес. Так, здесь крыльцо, крыльцо забетонировано, заходим в дом. Пола деревянные. Здесь как коридор. Пола деревянные. Так, по комнатам. Давайте слева направо. Зашел по крыльцу. Стою в коридоре. Далее, проходная комната. Прямо комната, спальня. Потолки высокие. Далее. Вот здесь унитаз. Здесь ванная комната, стоит унитаз, умывальник. И получается зал.
Пола деревянные, зал квадратов 20. Стены штукатурены, ну, видно старые обои, жила бабушка, поэтому обои заменить, пол не скрипит, пол можно что сделать, либо ламинат, либо линолеум, и еще одна комната изолированная, тоже старые обои, окно деревянное, потолки высокие. Так, цену сейчас обсудим. Сейчас опустим, чтобы как бы, ну, адекватная цена была за данный дом. И уже в описании я вам оставлю цену. Вот такой дом. Рядом также у нас есть дом. Там цена его 2,3 миллиона. Ну, там на два хозяина. Здесь полноценный дом, отдельно стоящий. Сейчас в нем никто не проживает. Поэтому цену оставлю в описании. Всем пока. Также есть другие варианты под ваш бюджет. Звоните, пишите. Шифер нормальный, что здесь, что на самом доме. Я вам уже показывал. Система водоотлива стоит. Всем пока.